численных карт и роботов. Да, вот. Что ты там скипел? Доливай. Скипел, доливай. Доливай чуть-чуть. Да, да. Влад, ты рядом? Я рядом. Так, мы обсуждаем, значит... Влад, рядом! Хорош, хорош, спасибо. Тема дня. Значит... Мудрость это да, и мудрость, значит, тема дня. Почему за столько лет так уныло меняется свет и бредут мудрецы за дураками? Мы рассматриваем вот это часть из стихотворений в песне группы «Воскресенье». И попутно еще другие затрагиваем вопросы мудрости, вопросы бытия, да. Ген сопротивления и так далее, и олимпийского спокойствия. Ну, мне нравится тоже принятие. Что сопротивляться, если уже все, сдаваться надо. Да. Сделать слушай, вид, Саш, сделать вид, что сдаемся. Сдаемся! Александр, скажи, пожалуйста, ну все-таки вот, как ты думаешь? Уныло меняется? Или все-таки ты не согласен совсем вот с этой, допустим, вот с этим, если это вопрос, что с такой мыслью, что мир совсем-то нормально все происходит, и мир-то не уныло меняется, а нормально меняется. И мудрецы-то никак не идут за дураками, а мудрецы все в порядке. Но... Дураки своим путем мудрецы своим. Вы какие-то все мнительные и подозрительные. Вас надо в поликлинику для опытов сдать. Мне кажется, что вот в этом сейчас плюс, что много есть информации, это плюс. Потому что раньше информацию было как бы достать тяжело. Сейчас есть все. Но и в этом же и минус, что если ты человек, который не выборочно, как бы, а берешь все, ты можешь встать не на тот путь в этом своем развитии. И... Может, на втором этаже фоточку тут? Да не вижу. Ну, пачку. Что, перегрели, что ли? Да нет, там какой-то майор ФСБшный, сука, фоточку открыл. Где? Возьми, Влад, лопату и происходи. Да нет, это я просто выходил на улицу. Я такой чувствительный стал. Такой нежный. Ты что, холодно стал? Я почувствовал дыхание морозное. И у меня... Дыхание смерти. Блин, натурально. Даже вот видишь у меня... Вы все хотите уйти от обсуждения? Нет. Так, значит, Александр, ты говоришь, что все-таки не уныло меняется свет. Не уныло. И все-таки не идут мудрецы за дураками. Нет, ну, идет процесс. Понятное дело, что в этом процессе как бы встать на путь мудреца очень тяжело. Потому что очень много, как говорится, на этом пути развилок, и все время есть желание свернуть там, на более легкий, то есть поменять вот этот путь своего там самосовершенствования, то есть развития как бы вот, внутреннего мира на развитие, там, можно сказать, разменяться на всякую всячину. Соблазны. Соблазны, да. Вот. А ты как думаешь, Влад? Я думаю, Саша постоянно за кого-то говорит. У кого-то соблазны. Так и скажу, у меня есть соблазны. Но я этому придерживаюсь. Ну вот, если так. Нет, так я же говорю, что я как бы если. А то, что Александр говорит, что раньше не было информации, приходилось ее добывать. А сейчас ее много информации. Но ничего не поменялось. Просто теперь из кучи информации приходится вычленять, что тебе полезно. То есть, как это, информационный поток. Фильтровать. Да. Да, случился. И вот уже, как это, концентрация на действиях сменилась. Раньше надо было ее добывать,
А теперь из нее надо добывать. Mm. То есть эволюционный процесс нормально. Но опять обстоятельства меняются, и все меняется сразу. И поэтому рулит контекст. Mm-hmm. Потому что приучают белое-черное, а полутона-то тоже есть. Оно не белое, не черное, а рыжее. Да еще люди путают теплое с тяжелым. И начинают спорить. Один говорит, это теплое, а другой говорит, да не, оно тяжелое. И вообще красное. А мое тяжелое и теплое. Все разные. Но все тяжелое может привести к теплому. Почему? Потому что ты начинаешь делать некоторую работу, потому что это тяжелое. Вот ты, допустим, ты холодный, берешь что-то тяжелое, и ты начинаешь становиться теплым. Потому что тяжелое может сделать человека теплым. Правильно. Ну, смотри. А не путают холодное с легким? Холодное, теплое, горячее. Эти термины тоже, ну как маркеры. И мне говорят, как я его узнаю? Ну, он теплый. Угу. Я встречаю, смотрю на человека, ему подходит это на 300-500%. Он действительно теплый. Ну, вы поймете, вы если людей посмотрите, тот горячий там кавказский парень там. Угу. Горячий. А кто-то тяжелый. А кто-то холодный. Угу. Тебе холодный. Понимаешь, когда ты понимаешь это и как с этим работать, вообще тебе хорошо становится. Но, и ты потом понимаешь, что не надо ни с кем работать, надо с собой работать, как мы говорим, от внутреннего к внешнему. Но можно и от внешнего идти вовнутрь. Слушай, а вот тут я вот сейчас, пока мы идем, к Андрею сейчас дойдет, Андрей еще там наружу чего. А он кайфует. Вопрос, да почему же за столько лет так уныло менять цвет? Смотри, вопрос же каждый может к себе поставить. Конкретно. А может поставить вообще. Допустим, я могу задать сам себе этот вопрос, да? Почему же за столько лет так уныло меняется мой свет? И я продолжаю как бы идти, я так беру в кавычки, за дураками. То есть идти не по тому пути. То есть дурак это как бы, подразумевается, может быть, не тот путь. То есть я как в кавычках мудрец не туда иду. А можно отнести это к общей массе, как бы, почему, в общем, почему же за столько лет. И все-таки, вот как Влад сейчас очень иногда бывает, так сказать, останавливает Александра и говорит, не, ты нам не говори там так, ты конкретно скажи. Угу. И я вот задумал так, почему же мой свет меняется, мой уныло меняется, или все-таки он не уныло меняется, или все-таки он меняется с той скоростью, с которой необходимо, чтобы он менялся, в той последовательности изменений, которые мне необходимы. И я делаю эти изменения. И мой ген вот этого сопротивления, он и не разрушен, и не создан. Он вот как вот быть. Ты мне понравился вот этот вопрос. Я и не сильный, и не умный, и не мудрый, а просто быть. Легкий вообще не. Андрей, ну, смотри, тебе да. Достается смотри, слово заключительное. Я ловлю тебя, ты провокатор известный, и я давно хотел тебе отомстить. Я сейчас тебя ловлю на слово. Вот ты говоришь, смотри, ты говоришь, почему так медленно меняется мой сейчас свет? Видишь, какая шляпа. Мой свет. Так вот, есть такая пословица. Он не видит дальше своего носа. Всем она известная, да? Вот смотри. Есть другая пословица. Он живет в своем мире. Угу. Есть еще более тонкая. Он живет в своем мирке. Угу. Так вот, человек, который живет в каком-то своем мирке, в каком-то своем мире, там, да, он в этом смысле не видит дальше своего носа. Потому что... И у него там ничего не меняется. Вот говоришь, почему так медленно меняется? Потому что он за рамки своего мирка нос не кажет, не высовывает. А за этим всем стоит мироздание. И вот есть люди, которые остаются в своем мирке, а есть люди, которые имеют и свой мир, и ощущают очень чувствительно мироздание, всю эту громоздкую, бесконечную систему, понимаешь? И это одному другому, это не мешает ни тому, ни другому, и это все как-то гармонично.
Вот у них, про них сказать, что они не видят дальше своего носа, нельзя. И у них мир. И они про себя не могут сказать, что вот мой мир, он не меняется столько лет. Вот это разные вещи. Понимаешь, да? Вот объем вокруг тебя и мироздание. Если ты не пробил свою эту самую крышу, там, да, свой защитный фон, он может быть защитным фоном в каких-то ситуациях. А может быть и ла фронтера, граница, изоляция. Ты не можешь его преодолеть. Вот такой мой будет ответ сегодня провокатору. Ты там стенографируешь, все. Наш ответ, как это, я зубы сплевываю пока. Ну вот я так и знал, что он стенографировать ничего не будет. Да. Да. Вот мы и заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. Если у кого-то вдруг возникнут вопросы или какие-то свои критические замечания, можете, мы уже сколько раз... Нет, можете себе, да? Можете оставить это себе. Оставьте себе эти лайки, комментарии, все остальное. А вопрос себе задать прежде всего. Ну, а что делать? Ну, рады видеть. Слушай, а есть такое еще, опять мы, извините, мы возвращаемся. Есть такой, да, такие вот, ты поговорки начал водить там, дальше своего, ну, и так далее. А есть такой, знаешь, какой, что-то такое унылый сегодня, да, есть такое выражение и так далее. Значит, давайте мы не будем все-таки унылыми. Да? А какими будем? Теплыми? Твердыми. Твердыми. Упругими. Сначала упругими попало. Твердыми. Ты расскажешь эту историю еще раз. Зачем? Ну, или пусть он посмотрит ту нашу видеозапись, где ты о ней говорил. Да? Или после видеозаписи. Ладно, всем ос, до свидания. Смотрите предыдущие серии. Смотрите предыдущие серии, да. Тонкий маркетинговый ход.